Зона цифрового обслуживания – место для самостоятельного получения государственной услуги пенсионного фонда. Клиентский зал оборудован гостевыми компьютерами, с помощью которых любой слабожанин может зайти в свой личный кабинет и посмотреть необходимую информацию, не дожидаясь очереди к специалисту. Обращение граждан в нашу цифровую зону – это в первую очередь удобство. Это экономия времени гражданина. В нашем гостевом компьютере располагаются сайты наших партнеров. Есть сайт «Мои документы», это сайт МФЦ. Есть сайт Федерального реестра инвалидов, есть сайт ЕГИСО. Все эти сайты очень информационные. В цифровой зоне находятся пошаговые инструкции для получения той или иной услуги. Если получить услугу самостоятельно трудно, на помощь придет сотрудник клиентской службы. Специалист объяснит, как пользоваться порталами, даст консультацию по интересующим вопросам. Преимущество обращения в такую цифровую зону заключается в том, что гражданин самостоятельно получает необходимую информацию. Он изучает сайт пенсионного фонда. Он получает иногда информацию, о которой раньше совсем не знал. Работа в нашей цифровой зоне на гостевом компьютере позволяет оперативно получить информацию, тут же ее отпечатать. Есть возможность сканировать документы. Есть возможность выйти на сайт госуслуг и получить услуги не только пенсионного фонда, но и иных ведомств. Также специалисты клиентских служб управления пенсионного фонда продолжают оказывать слабожанам помощь в установлении кодового слова, которое открывает доступ к получению персональных телефонных консультаций в контакт-центре. Получить информацию по различным услугам или записаться на прием можно по телефонам, указанным на экране.